Военные моряки Казахстана 19 июля планируют отправиться на морской биатлон. Международные игры «Кубок моря» 2017 пройдут в столице Азербайджана. К масштабному конкурсу в Баку наши военные готовились основательно. Экипажам ракетно-артиллерийских кораблей «Сарарка» и «Казахстан» придется показать свою выучку и умение, соревнуясь с моряками из России, Азербайджана и Ирана. К слову, в прошлом году казахстанские военные моряки заняли в морском биатлоне почетное второе место. В этом году участвуют от нас два корабля основных. Это ракетный, я уже сказал, «РАК Сарарка» основной и «РАК Казахстан» резервный. Дополнительно к нему в виде корабля обеспечения вместе с этим кораблем идет гидрографическое судно «ЖАИК». Данное судно будет находиться весь период прохождения данного учения в городе Баку, в Азербайджане. Основная цель этого, в соответствии с договорами между Министерством обороны Азербайджана и Казахстана, проведение работ, совместных работ по гидрографической службе, совместных проведений учений по подразделению специального назначения, ну и обеспечение наших кораблей различными необходимыми материалами на период данных тренировок.